Тань, я хочу тебе кое-что сказать. Давай, Миш. Я вот активно слежу за твоими соцсетями, и у тебя что не видео, то постоянно какая-то тренировка. Вот здесь у тебя кардио, здесь у тебя йога, здесь у тебя, прости господи, это тайский бокс. Конечно. У меня, вот честное слово, складывается ощущение, что если мы нарвемся на плохую компанию, защищать нас двоих будешь ты, а не я. Меня, как мужчину, это обижает, поэтому я хочу, чтобы спорт как можно скорее появился в моей жизни. А знаешь что, он сегодня наступит в твоей жизни, потому что сегодня, прямо сейчас мы с тобой посетим топовый, я бы сказала, даже мировой фитнес-клуб World Class, и ты на себе опробуешь разные физические нагрузки и поймешь, как ты меня будешь защищать. Либо вот так, либо вот так. А вот так, да? Я не знаю, пойдем. Хорошо, пойдем. Примерка ТВ, Миша Заяц, Таня Фридрих. Пойдем, вперед. Пойдем. Александра. Александра! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы, наконец-то! Да, вот мы поздравляем с открытием ваш клуб. Недавно это случилось, верно? Насколько мы знаем? Да, все верно. Мы открылись 16 декабря, совсем недавно. Вот, но уже успели стать известными на весь город. Ваш фитнес-клуб позиционирует себя как люкс и премиум сегмент, да? Вот давайте на наш человеческий, простой язык переведем это. Что это означает? Вообще хочу сказать, что на самом деле сеть World Class, она действительно является лидером фитнес-индустрии, и у нас более 100 клубов по всей России. Ну и, конечно, хочется сказать, что мы отличаемся именно качеством предоставляемых услуг, комфортом тренировок, поэтому наши клиенты, конечно, достигают своих целей гораздо быстрее, ну и удобнее. Расскажите подробнее про виды услуг. Раз уж такое дело, что здесь есть? Я знаю, что здесь есть бассейн, есть зал. Что еще? Да, действительно, у нас есть большой тренажерный зал с премиальным оборудованием. У нас есть аквакомплекс с бассейном, хамамом, финской сауной, где вы можете посещать как групповые тренировки, так и, конечно, просто свободно плавать. Есть более 50 уникальных групповых тренировок, то есть на абсолютно разные цели, направленности. Есть и интенсивные тренировки, такие как силовые, кардио, направленные на похудение или укрепление мышечного корсета. Есть, конечно, направления по типу мягкого фитнеса, то есть это йога, это стрейчинг, когда вы можете расслабиться и настроиться после интенсивной тренировки. Дети, я как мама, я вам просто хочу сказать огромное спасибо, потому что мало того, что вы пускаете сюда маленьких детей, у вас для них есть просто список услуг. Вот давайте поподробнее. Специальная комната. Я ее видел уже, вон там находится. Да, у нас на самом деле клуб именно семейного формата. Здесь есть тренировки не только для взрослых, но и для детей. Помимо того, что здесь есть бэйби-ситер, и вы можете оставить ребенка и пойти заниматься групповыми тренировками, например, в то время, как ваш ребенок будет находиться под чутким контролем няни. Но помимо этого есть различные групповые тренировки, как в воде. У нас есть специальный детский бассейн для деток. Какая глубина? От 0,5 до 1 метра. Ты так строго спросила. Конечно. Какая глубина у бассейна? Главная безопасность, конечно. Это точно. Ну и помимо этого, различные групповые тренировки на суше, то есть это улучшение осанки, укрепление позвоночника, укрепление мышц стопы и голени, то есть профилактика плоскостопия, ну и, в принципе, развитие силовых показателей, выносливости, все в зависимости от возраста. То есть у нас различные возрастные группы, поэтому для вашего ребенка точно здесь найдется что-то интересное. Супер! И еще плюс. Для нас, как для автомобилистов, у вас есть автомойка. Автомойка, где, да. Где вы видели фитнес-клуб с автомойкой? Где? Где? Я да, нет. Действительно, у нас есть отдельная парковка для наших клиентов и, конечно, автомоечный комплекс. Это отличная экономия вашего времени, потому что пока вы тренируетесь, ваш автомобиль уже приведут в порядок. Ребенок сидит в комнате, играется, машина моется, здесь есть кафе. Насколько я знаю, химчистка тоже где-то, нет? Еще нет? Да, да, здесь конечно, химчистка. Есть химчистка. Здесь можно все дела сделать на весь день просто. Можно на бокс отправить, потом... Семейство. Просто. Так, мне кажется, нужно уже отправиться в небольшое путешествие, да. И уже все увидеть своими глазами, да. И на себе что-то почувствовать, попробовать. Конечно. Ух ты! Боже мой! Насколько масштабно? Сколько Друзья, здесь площадь? 665 квадратных метров. С ума Просто сойти. Просто фантастический тренажер. Я вижу топовые фирмы тренажеров. Это Precor, это Hoist, который подстраивается под амплитуду вашего тела. Можно заниматься, разрабатывать все группы мышц, которые хочешь. Просто что угодно, любая мышца. И, если честно, у меня глаза разбегаются. У меня Чем тоже. Можно заняться? Но знаешь, что здесь уникально? Так. Здесь есть
аппарат, инфоди, который для начала, вот для нас, спортсменов. Он считает все калории. Да. Можно посмотреть, сколько жиров, да, сколько воды, сколько. Я могу себя сейчас? Конечно, мы же твоим спортом сегодня. Вот, пожалуйста, пообещай мне, если будет слишком много жиров, ты не отвернешься от меня. Ты для меня идеален. Хорошо, всегда. Хорошо. Давай. Анализ ожирения. Подождите. У меня анализ ожирения. Подождите. У меня ожирение. Ничего, все нормально. Пойдем твой жир сгонять. Наконец-то наше свидание состоялось. Тань, наконец-то. Фитнес-свидание. Фитнес, это абсолютно правильно подмечено. Я в восторге, честно. Я прям получил несказанное удовольствие. Знаешь, вот эти динамические тренажеры, сауна, хамам. Миш, самое главное, силы прибавилось у тебя. Ты сейчас можешь меня защитить, если что? Я не только тебя сейчас могу защитить, но, мне кажется, добрую половину нашей редакции точно. Что особенно приятно для клиентов, World Class есть разные виды. Абонементы, да. Друзья, есть на 3 месяца, 6, 12, 15 месяцев. Также есть семейные. Да, можно с семьей. Есть парные. Парные. Может, это мама с ребенком малышом, может прийти и также заниматься. Ребенок занят и мама. А еще есть специальные абонементы для людей, которые работают вахтовым методом. То есть на 6 месяцев может замораживаться абонемент. Вы уезжаете, зарабатываете кучу денег, приезжаете и тратите их на спорт, и на себя, и на саморазвитие. Миша Заяц. Таня Фридрих. Пример КТВ. Всех любим. И всем пока-пока.